Из 18-мм фанеры я напилил 5 элементов, размеры которых: 2 штуки 45 на 38 см, 2 штуки 40 на 38 см и 1 штука 36,4 на 35 см. Корпус я собрал на клей и шканты. Перед сборкой предварительно отшлифовал внутреннюю поверхность тумбы. Очень переживал, что не получится засверлиться точно, но по итогу смещение вышло где-то на 1 мм, которое я сравнял, используя копировальную фрезу. И сразу же снял углы радиусной фрезой, чтобы уже сразу быть очень миленькой. Для задней стенки тумбы я использовал окрашенный ДВП. Отпилив нужную часть с запасом и прибив ее гвоздиками, я убрал торчащие края копировальной фрезой и зашлифовал корпус 240-м зерном. Далее я приступил к изготовлению ножек. Из сосновой деревяшки я выпилил брусок размером 50 на 50 мм и думал снять у него круглую фаску и все. Но мне такой вид не понравился, и было принято решение сделать ножки круглыми. Для этого я использовал свой самодельный токарно-циркулярный станок. Как его сделать, можно посмотреть по всплывашке в правом верхнем углу. Высота ножек 12 см. К ним также нужно сделать сарги, ну или проножки, не знаю как правильно, которые станут аккурат в пазы, выбранные фрезой диаметром 16 мм, как раз под толщину фанеры. Повторив форму паза у проножки радиусной фрезой, промазываю все клеем и стягиваю струбцины, контролируя прямой угол. Я использовал акриловый лак для мебели в 2 слоя. После высыхания первого еще раз шлифовал поверхность. Для фасада у меня остался маленький кусок фанеры из сибирских пород дерева, но он оказался с дефектом. На лицевой стороне торчала вырви глазная щепка. Чтобы это исправить, я прошелся фрезой на глубину 1 мм, дабы снять этот дефект, а на это место приклеить полоску шпона.
Хотел сделать контрастную линию на фасаде, но на этой фанере она получилась еле заметной. Печалька. Для ручки пригодилась старая форма для копировальной фрезы. Также снял небольшую фаску под 45 градусов по всему периметру фасада. Чтобы установить вкладные петли, нужно отступить 6 мм от края фасада и 35-мм фрезой сделать углубление для чашки на 11,5 мм. Проверяю зазоры и снимаю петли для финишного покрытия фасада лаком. А пока он сохнет, я прикручиваю ножки на пластиковые мебельные уголки. Лучше ничего не нашел. Фасад будет утоплен на 7 мм, поэтому делаю отметки по месту, засверливаюсь и прикручиваю петли. Остается их только настроить и прикрутить ограничительный уголок. А на этом все, наша тумба готова. В конце вас ожидает небольшая фотосессия. Если ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!